воскресенье в Самарской области небо будет ясным, без осадков. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 13 градусов, ночью 4-6 выше 0. Ветер преимущественно северо-западного направления, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани ясно, днем плюс 13, ночью плюс 4 градуса, северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, температура воздуха днем плюс 11, ночью 6 градусов выше 0. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем плюс 11 градусов, ночью плюс 3. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 39%. Геомагнитное поле возмущенное, умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.